Тебе сотворите, Господи, вид, блаженней же владыко благословим. Аминь. Помолитесь о нас, блаженней же владыко. Помяни нас, блаженней же владыко. Thank you.
Отцу. Благослови блаженнейший Владыка святый Бог.
и Духа Твоему. Гимн 23. Вели Господь наш, и вели крепость Его, и разум Его не с числа.
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Evanghelist Ioan Teologul să-ți dea ție celui ce bine vestești cu cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei Iubitului să fie a Domnului nostru Iisus Hristos. Thank you.
ученики своими, где же суть писана в книгах сих. Сия же писана выше, да веруете, яко Иисус есть Христос, Сын Божий, и да веруешь живот имате во имя Его. Духом, иди пришли, мы ведь любовь.
Отецкого, и Господина Пресвятейшего Немина, и епископа Хватенского, и Господина Пресвятейшего Лавра, и епископа Ирбенского, и Господина Пресвятейшего Марка, и епископа Бородянского, и Господина Пресвятейшего Силуана, и епископа Лицаевского, да поменет Господь Бог в Царстве Своем, всегда ныне и пресно, и до веки веков. Наши радости.
Воскресение, аминь.
Вселенского и всея Украины, и Господина нашего, Высокопредосвященнейшего Милетия, митрополита Черновицкого и Буковинского, и Господина нашего, Высокопредосвященнейшего Лонгина, митрополита Бончинского, и Господина Высокопредосвященнейшего Евсевия, архиепископа Шепетовского и Славутского, и Господина Предосвященнейшего Вениамина, епископа Ходынского, и Господина Предосвященнейшего Лавра, епископа Ефимского, и Господина Предосвященнейшего Марка, епископа Бородянского, и Господина Предосвященнейшего Силуана, епископа Елецаевского, благостоянии святым Божиим церквей, во спасении и помощи с отчанием и страхом Божиим труженающихся и служащих, во исцелении немощих лежащих, во успении во славе, блаженней памяти и восставлении грехов всех прежде почивших православных, во спасении людей предстоящих и во имже Крижено по мышлении и мать.